Շարունակում ենք մեր թողարկումը առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Շարունակում ենք մեր քննարկումը, քննարկման թեման դա Ռուսաստանի ղեկավարի պետական այցն է Բաքու, որտեղ տեղի ունեցան հանդիպումները Ադրբեջանի նախագահի հետ և արվեցին մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ։ Այս լրահոսին հետևում են նաև մեր հարևան Վրաստանում և շատ կարևոր է ֆիքսել, թե ինչպես են այս խոսակցություններն անդրադառնում նաև մեր բարեկամ հարևան երկրում, որտեղ ներքին ծանր չլուծված խնդիրներ կան և բոլորը պատրաստվում են դրանց հանգուցալուծման։ Այս է մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել տեսակապով Թբիլիսիից, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել նաշ սիվոդնյաշնի գոստ Գեորգի Մչելիշվիլի, պրոֆեսոր Եվրոպեյսկեգո ունիվերսիտետը Գրուզիի։ Приветствую вас, Батон Мчедлишвили, спасибо, что отозвались на мое приглашение. Приветствую вас. Добрый день, Рубен, приветствую вашу аудиторию. Всегда рад быть у вас в гостях. Спасибо. Господин Мчедлишвили, вот на фоне тех событий, которые происходят уже на территории России, да, где вооруженные силы Украины ведут успешные наступательные действия. Россия демонстрирует просто неспособность как-то им противостоять, адекватно во всяком случае. Это еще и приводит к возникновению ряда вопросов уже во внутренней политике России и в российском обществе. И вот на этом фоне происходит ни много ни мало государственный визит Путина в Азербайджан, и там все прекрасно, все отлично, он что-то озаботился армяно-азербайджанскими переговорами, снова сказать, предложил свои услуги и по установлению мира, по делимитации, демаркации. Министр иностранных дел Азербайджана сделал заявление, что Азербайджан всегда приветствует российское посредничество в этих переговорах и как предпочтительную площадку для их ведения. Да? Вы являетесь соседями и Армении, и Азербайджана, имея довольно-таки тяжелые нерешенные вопросы внутри Грузии, именно касаясь будущего, европейского, евроатлантического будущего Грузии. И вот как вам такое вот развитие? На какие мысли вас наводит это все? Прошу. Прежде всего, что касается вот внутренней российской ситуации, тут сразу несколько вопросов, вот как вот эти самые вот кольца луковицы, вот одно с другим взаимосвязано. Внутренний российский трек следующий. Понятно, что этот визит государственным планировался в течение нескольких месяцев, естественно, так просто его отменить не так было, в общем, легко, но понятно, что все зависит от желания одного человека. В данном случае Путин принял сознательное решение, чтобы показать, что все в порядке. Что ничего такого, что небольшая головная боль, но, так сказать, не фундаментальные, так сказать, проблемы. Это, конечно, для внутреннего пользования, для электората. Понимаете, сейчас есть какая-то возможность, там чуть-чуть какая-то приоткрылась завеса закрытости. Например, скажем, несколько вот корреспондентов BBC, они бывают, так сказать, они теперь уже получили аккредитацию там в России или там частичную аккредитацию, они там беседуют с обществом, с представителями общества, во всяком случае, может быть, там это все фильтруется, но тем не менее, вот мы можем какие-то, скажем, намеки получать, и общество в России сейчас уже более-менее такое атомизировано, то есть практически
не воспринимают люди в больших городах вот эту курскую проблему как что-то серьезное. Да, может быть, чисто, так сказать, на риторическом, символическом уровне, что сколько уже, на Курской, в 42-м году, да, была эта самая вот, Курская битва, что вот больше 80 лет, да, вот на территорию России после нацистской Германии никто, так сказать, не заходил, а сейчас такое событие. Это должно было быть экстраординарное, это должно было быть необычное событие. Не то, что необычное, это должно быть так вот в колокол, в набат должны были бить все граждане России, но как-то восприятие какое-то слишком легкое. Ну, наверное, уже информационная обработка народа такая, что, наверное, уже те, кто остался в России... Я говорю, там подчеркиваю, тут две большие разницы между теми, кто сейчас живет за рубежом, в том числе и в наших странах, и в Европе, и в Соединенных Штатах, то есть те мыслящие россияне там практически уже не осталось, или те, кто остался, просто боится высказывать свое мнение, то есть телевизор им внушил, что это так просто так сказать, временная трудность. То есть они уже, то есть общество уже не способно мыслить самостоятельно, они все ждут, то есть вот это уже у них уже атрофировано мышление, атрофировано желание даже о чем-то, так сказать, додуматься самому, они все доверяют уже телевизору. Телевизор говорит, что да, конечно, сложности, но это все временное, сейчас мы их отобьем и покажем Кузькину мать. Вот такая приблизительно картина. Поэтому, скажем, не такая... Ну, у таких, скажем, диктатур и таких сильных авторитарных режимов, это, конечно, в кавычках преимущество, это на самом деле очень опасный симптом, но до поры до времени можно, так сказать, вот замазывать проблемы, да, замазывать с помощью информации такого токсичного и фильтрующего информационного пространства. Поэтому, да, с этой точки зрения визит, наоборот, так сказать, показал, что все у нас нормально, хотя между строк, конечно, читалось и вот это во встрече Путина с Алиевым, неуверенность Путина, необычная неуверенность, вот если, да, вот body language, как говорится, если проанализировать, было видно, что человек, конечно, некомфортно себя чувствует, что действительно серьезных головных болей у него прибавилось. И да, ну, но иногда не между строк, иногда надо слушать то, что говорится, иногда вот по Фрейду банан просто банан. И когда Путин говорил, что несмотря на какие-то, скажем, украинское направление, Южный Кавказ является важной геостратегической частью внешней политики России, к этому надо прислушаться. Тем более мы понимаем, как действуют подобные диктатуры, да, когда, скажем, провал или неудача в одном направлении, надо это компенсировать другим направлением, опять же, чтобы впарить своему народу, что мы сильное государство, у нас влияние, так сказать, да, на большой части земного шара и, естественно, в наших прилегающих регионах. Поэтому часть этого визита была и вот этот месседж, что мы остаемся на Южном Кавказе. И, естественно, в данном случае вот такая такое присутствие, да, вот уже встреча, да, но еще раз скажем, они вот сверили часы с президентом, хотят убедиться в том, что Азербайджан сейчас надежный, да, он несколько раз, именно Путин подчеркнул союзнические отношения между Азербайджаном и Россией, которые, кстати говоря, были подписаны накануне большого вторжения. Да, да. В день признания этих самых вот этих республик, да, этих незаконных. Именно вот Путин несколько раз подчеркнул о важности этих договоренностей, союзных отношений. Понятно, что Россия чувствует себя неуютно, чувствует, что Южный Кавказ, все три страны могут ускользнуть из своего влияния. И, естественно, к сожалению, Россия сегодня единственный актор, единственный, скажем, игрок, который не заинтересован в установлении мира и подписании вот полноценного договора. Ну, кстати говоря, то само подписание договора — это еще, так сказать, не мир. Ну, договоры, конечно, имеют силу, но условную силу. Самое главное, вот это самое преодоление, вот, ментальный договор, как в разруха в головах, что должно быть просто вот оба общества должны перешагнуть через эту страницу и начать самостоятельно друг с другом строить отношения, пользуясь партнерами. В данном случае мы видим, что вот последние месяцы есть желание и какие-то ресурсы, хотя сегодня, конечно, мы понимаем, в Соединенных Штатах предвыборная кампания и временно, да, естественно, внешнеполитический трек ослабевает, потому что все заняты выборными делами, но и со стороны Европы, со стороны Брюсселя, со стороны европейских столиц мы видим это самое желание. И, естественно, Россия хотела использовать возможность торпедировать, есть ли возможность это торпедировать. Для этого она пользуется влиянием на Баку. Сейчас
влияние на Баку есть какое-то, хотя, естественно, не сильное, потому что с учетом отношений между Азербайджаном и Турцией, таких уже, в том числе и так военного союза, влияние России постепенно ослабевает, и этим надо пользоваться всем. А пользоваться с умом, пользоваться осторожно, шаг за шагом. Вот, скажем, один из хороших шагов, это пусть, может быть, он более символический, но тем не менее важный. Теперь аэропорт, международный аэропорт Звартноц, им заняты только Армения, так как это и должно быть. И эти шаги должны продолжаться. Опять же, путь будет нелегкий. И России, несмотря на сложности, так сказать, в Украине и, понятно, сейчас такая непосредственная головная боль, естественно, так сказать, еще есть ресурсы навредить процессам на Южном Кавказе в каждой из трех республик, но ну, надо, заручившись поддержкой друзей на Западе, с этим справляться. Господин Чедлишвили, вот буквально два дня назад Государственный департамент Соединенных Штатов, отвечая на официальный запрос одного медиаресурса из Армении, заявил о том, что Соединенные Штаты в любом формате, приемлемом для обеих сторон, готовы содействовать установлению окончательного мира, там, доведение до логического завершения всего этого процесса. И вот в ответ на это министр иностранных дел Азербайджана говорит о том, что это Россия является предпочтительной площадкой для Азербайджана для продолжения переговорного процесса. Это как вот коррелирует со всем тем, о чем мы только что говорили? А это коррелирует с тем, что и Азербайджан тоже хочет видеть разных партнеров, скажем, в решении этого вопроса. Одно дело, естественно, скажем, внутренний режим, да, скажем, по внутреннему устройству, естественно, Азербайджан больше похож на Российскую Федерацию. Но тем не менее, есть более важные вопросы, которые выходят за рамки, так сказать, просто режима и могут страны с различным, скажем, устройством друг с другом сотрудничать. Это возможно, это надо преодолеть. И поэтому Азербайджан видит. Азербайджан тоже в какой-то степени нужен Западу. Он тоже пользуется благами, скажем, торговых отношений, да, с Западом. Пусть это чисто транзакциональные отношения, но тем не менее они имеют геополитическую такую размерность, геополитическую, скажем, их важный трек. Поэтому это было, я думал, заявление о том, что да, мы готовы рассматривать, но, ну, так как сейчас Азербайджан считает себя победителем, и чисто на земле понятно, что в прошлом году и в 2020 году военная победа была на его стороне, понятно, что в данном случае человек или сторона, считающая себя победителем, хочет, разумеется, воспользоваться этим статусом и получить больше. Поэтому, это, я думаю, это было заявление о том, что, пожалуйста, давайте рассматривать, но больше на наших условиях. Ну вот, я думаю, подобное так надо. И больше. Опять же, так сказать, мы можем только, скажем, спекулировать, мы можем только догадываться там на уровне вероятности, что, скорее всего, имел в виду тот или иной политический деятель. Ну, я вот так это вижу, что давайте рассматриваем, давайте продолжать, но учтите, что этот договор должен учитывать то, что вот мы, скажем, восстановили территориальную целостность. Когда вот десятилетиями шел арабо-израильский конфликт, включающий в себя также конфликты между Израилем и Египтом, с этим было покончено в Кэмп-Дэвиде. Вы знаете, это я уверен, как к этому шли стороны. Конечно, это опять-таки две разные страны. Израиль – это парламентская демократия британского типа. Египет был военной или полувоенной, ну, такой авторитарной страной, да? И тем не менее они нашли общий язык, потому что в этом был заинтересован очень важный игрок и заинтересован искренне и приложил определенный дипломатический и политический ресурс в этом.
это Соединенные Штаты. И это при том, что мы знаем, что был еще один такой весьма влиятельный субъект, который делал все, чтобы поджигать все, что горит на Ближнем Востоке. Это мы тоже знаем. Даже то, что не горит иногда. Да, то есть здесь, в общем-то, лица не изменились. И здесь опять-таки, да, две страны, и причем и в обеих странах знают, кто в чем заинтересован. Я хочу понять, если ты Россию считаешь предпочтительной площадкой, то какие выводы нам делать после этого насчет стремления к миру? Стремимся ли мы к миру, или все-таки мы просто говорим об этом именно в той логике, что вы говорили, чтобы содрать как можно больше? Тогда как известно, что есть международный консенсус, и в итоге выйдет не больше и не меньше. Вот и все. Ваше мнение. Ну, понятно. Первое то, что, вот, скажем, этот, скажем, имеет отношение еще вот такой, знаете, такой... небольшое ответвление от главной темы, но оно тоже, так сказать, важное в том смысле, что вот это, скажем, считается успехом Джимми Картера, да, вот это самое соглашение. Конечно. Но тем не менее, он через меньше, чем через год проиграл выборы. То есть то, что для мирового порядка было совершенно важнейшим знаковым событием, то есть это, можно сказать, водоразделом. Мир стал немножко другим. Правда, потом был Афганистан, еще последние десятилетия холодной войны, но самое главное, между двумя важнейшими странами, когда десятилетиями шла кровопролитная война, естественно, в разы уменьшилось число жертв на Ближнем Востоке. Он уже перешел в другую ключ, потом уже был Ливан, потом уже Хезболла, потом уже и там иранские образования, но тем не менее. Вот такое важное событие, тем не менее, президент был президентом одного срока. То же самое можно сказать о Джордже Буше-старшем. Да? Вторжение Кувейта, Ирака в Кувейт, он это вторжение очень, не то что минимизировал, поставил Ирак на место, очень эффектно провел эту операцию, мне тем не менее тоже проиграл через год на выборах. Это говорит просто о том, что вот просто мы должны знать, мы должны понимать в Соединенных Штатах, в ведущих европейских странах, большая часть электората и большая часть политического дискурса заточена на экономике, какая безработица, какая инфляция. Таких вопросах, да вот на этих вопросах, внешнеполитическая часть, она на втором плане. То есть вот для рядового американца громадный успех администрации там, Картера в Кэмп-Дэвисе или суперуспех Буша, и там, как он собрал коалицию, да, вот там в Ираке, это второстепенно. Вот если на 1.5% увеличились безработицы, и, скажем, какой-то появился налог, и теперь, скажем, налоговое брение, скажем, не 22, а 24%, вот это может решить выборы. Мы это все должны всегда иметь в виду. Политическая воля и наличие политической воли и наличие ресурса, который готовы западные страны инвестировать в этот процесс. Да, он не безусловен, он ограничен, и мы должны это учитывать. То есть вот рассчитывать на постоянную поддержку, понимаете, вот даже есть, вот, скажем, усталость от украинского вопроса. Казалось бы, вот когда совершенно понятно, где черное, где белое, да, кто прав, кто виноват, да, кто морально во всех отношениях, где стоит правда. Но тем не менее, вот эти самые потоки помощи, они то уменьшаются, то увеличиваются в зависимости от политической конъюнктуры. Это мы должны учитывать, и поэтому, опять же, лишними надеждами и, скажем, через таким чрезмерным оптимизмом себя не тешить. Для Запада Южный Кавказ является важным регионом, для России Южный Кавказ является в ее географии и, вот скажем, ее табели о рангах более важным регионом. Может быть, не таким важным, как, разумеется, Украина, но тем не менее. Поэтому ресурсы она будет инвестировать, вот скажем, часть своих в процентном отношении больше, чем будет инвестировать Запад. Тем более, когда в таких странах, как Россия или тот же Азербайджан, там вопросов выбора и вопросов, скажем, парламентских президентов выборов не стоит, это не замедляет политический процесс, но, к сожалению, не то что издержки демократии, но есть не то что другая сторона демократии, но вот такова реальность, да, во время выборов главное внимание уделяется им. Поэтому, опять же, и слова министра иностранных дел Азербайджана следует интерпретировать: мы готовы ко всем отношениям, мы готовы к любым инициативам, но вот, скажем, вот куда ветер подует, туда мы, соответственно, и пойдем. Естественно, постараемся продавить
наши условия. Тем, не знаю, насколько это получится у Баку, не знаю, насколько у России будет оставаться ресурс, но тем не менее мы должны учитывать, что есть разные игроки. И самое главное, как же, так же, как и было 45 лет назад, заинтересовать в России, чтобы конфликт продолжался, чтобы точки поставлено не было, потому что вот самое наличие точки и наличие, и если этот конфликт уже останется в истории, разумеется, какие открываются перспективы для региона. А это будет регион, который уже будет по-настоящему самостоятельным. Это то, что менее всего хочет Москва. Конечно. Во всяком случае, сегодняшняя Москва, путинская Москва. Да, безусловно. Господин Чедлишвили, и вот подытоживая, вот лето уже на исходе, остались считанные дни, и для Грузии начинаются самые такие драматичные два месяца, которые предопределят, возможно, вот историю ближайших лет вашей страны, и уверяю вас, нашей тоже в какой-то мере. И в очень большой мере. Вы, как и политолог, как активный участник этих процессов, заинтересованный, да, как вам видится, насколько грузинское общество готово отстаивать собственные интересы во всем происходящем вот ближайшие два месяца? И насколько большой вы видите вероятность того, что это получится? Ваше мнение. Ну, понятно, но тут разные люди, разные граждане той же Грузии вкладывают разный смысл в том, что подразумевается под «получится», да? Смена ли власти, смена ли курса, потому что мы вот видели, что та же самая власть, она проводила другой курс несколько лет назад. Да. Будет ли смена курса за счет смены власти, как она произойдет? Ну, понимаете, тут ключ в данном случае – это в головах и в душах электората. Да. Мы, трудно предсказать, разные там есть какие-то предварительные там прогнозы, которые, ну, с изрядной долей ангажированности. Понятно, что это будут очень сложные выборы. Самое главное для меня, чтобы они прошли там в спокойной обстановке, и чтобы Грузия, не то что так сказать, навоевалась, но Грузия знает цену, что такое нестабильность, ну, и в Армении, и в Азербайджане это самое знает, когда, скажем, вот государственные институты это плохо работают, когда размываются, тогда начинается хаос, и, в принципе, страна катится назад с очень большой скоростью. Поэтому самое главное там сохранение стабильности, и, понимаете, ну, каждая, скажем, ну, в Грузии сейчас несколько политических сил, то есть, да, ведущая грузинская мечта и несколько таких оппозиционных центров, да. Ну, не могу сказать объединенные позиции, потому что у них между собой так все тоже там свои раздраи, там несколько черных кошек пробежало. Ну да, то есть и в данном случае все стороны пытаются максимально упростить, чересчур упростить, скажем, я бы сказал, сделать такой примитивным выбором. То есть одна сторона, то есть правящая партия пытается представить, как вот мир против войны, вы же за мир, как? Если вы за мир, тогда должны голосовать за нас. А если вы проголосуете за оппозицию, значит, за национальное движение, потому что вся оппозиция ассоциируется с национальным движением, конечно, это тоже сильно упрощает политический спектр. Вот тогда будет как в 2008 году, вот партия войны. Основные оппозиционные партии представляют это как вот вы европейский курс или российский курс. Что тоже, я считаю, так сказать, там сильное упрощение и скрывает множество нюансов. Например, да, ну, грузинская мечта уже около 12 лет, да, во власть. Первые годы, в принципе, и можно сказать, смотрите, чисто персоналии, вот чисто если посмотреть, скажем, вот ландшафт, кто был на ключевых позициях, то есть было немало абсолютно прозападных партий, причем, я считаю, более прозападных, по-настоящему прозападных, чем сегодняшняя оппозиция, бывшее национальное движение, которое имело сильно авторитарный уклон. Но постепенно эти прозападные партии, они вот
отфильтровывались, и вот сегодня мы получили, я считаю, обедневший, скажем, такой спектр людей, которые, ну, многие считают, ведет Грузию не туда, и это надо откорректировать. Как это будет откорректировано, кем это будет откорректировано, это вот это мы получим ответ скоро. Я надеюсь, этот ответ будет получен вот в спокойной, нормальной обстановке. И вот волеизъявление будет. Как им будет волеизъявление, сегодня сказать трудно. Позиции правительства усиливает, то есть ведущие правящие партии усиливают то, что есть какой-никакой экономический рост, пусть он неравномерно распределен, пусть он не вызван, скажем, умным управлением, а в основном релокантами, и, скажем, в том числе и обходом санкций, этим занимаются, к сожалению, и ведущие в демократические страны, то есть он не то что не настоящий, но он не вызван, скажем, умными такими шагами. Но, тем не менее, там есть рост, и это частично продается. И то, что многие граждане, скажем, принимают эту, скажем, очень упрощенную формулу «мир против войны». Опять же, немало граждан принимает формулу, что только с другими политическими силами во главе мы можем продолжать двигаться в Европу. Спасибо вам, господин Чедлишвили, за ваши эти обстоятельные комментарии, с которыми вы поделились с нашими телезрителями. Мира и процветания вам и Грузии. Всего доброго. Спасибо большое. Взаимно. Всего хорошего. Всего доброго. Мы слышим мир в России, горцинкерёч. Мекнабанутюмները капված те Путини Баку катарац айти масин, те Врастани нерсум теги унецох ирадарцутюмների хет капված. Каждый тарит цветом, говорят, арнанг, товар, мы нацек арочин для твоего нихета.